or 10 zombie-sized chickens. Yeah. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them with your hands. I'd have to go with the giant chickens, not because I want to or because I think it would be easy, but because they would be an abomination. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня мы играем в Minecraft Story Mode. Как видите, нам вначале уже предложили выбрать вариант нашего сюжета, да. Что ж, теперь давайте вы приятно посмотрите этот Minecraft Story Mode. Как видите, здесь такая свинка, да, которая будет с нами ходить везде. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Что ж, как видите, нам здесь опять предлагают выбрать сюжет. Если вы выберете одно из этих, так сказать, приложений, то сюжет может поменяться. То есть он будет либо длиннее, либо короче, либо он вообще может поменяться. Видите, еще раз нам предлагают выбрать продолжение сюжета. К сожалению, в этой Minecraft Story Mode также есть баги, как и в настоящем Майнкрафте. Но не могу привести плюсы Minecraft Story Mode, в том, что в нем уже встроены шейдеры, и графика из-за этого становится довольно приятной, обновлены текстуры. Бу, страшно, да, было? Да, довольно страшно, да, что свинка упала. Да, это очень прикольно, но, к сожалению, и игры мне не очень нравятся. Как видите, мы опять выбираем вариант сюжета. Ну, я сказал о багах, эти баги вы увидите довольно скоро. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. Ну и присмотрись теперь на свинку. Как видите, эта голова дракона проскачивает через голову свиньи. Это очень заметно, поэтому довольно много багов в этом Майнкрафте. Story mode, да, он маленько отличается от Майнкрафта, но все же это типичный Майнкрафт, где вы также сможете свободно ходить. Но скоро вы это увидите. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Ну что ж, как видите, нам дали свободу 10, и здесь мы можем залезть в сундук. Ну что ж, давайте в первую очередь, как сказал, залезем в сундук. Что здесь мы найдем? А найдем мы здесь ножницы. Так, пойдем дальше. Здесь есть плакат, вот этим городским, и что ж, он нам рассказывает о каком-то кружке, то есть кружке, о конкурсе на строительство, и походу они там проигрывали. Что ж. Идем дальше, давайте подойдем вот к этому плакату. Что ж, что же он нам говорит? А говорит, что Габриэль какой-то великий воин, который всегда, получается, побеждал. И это очень великий воин, так как они хотят с ним встретиться. Так, ну что ж, опять же подойдем, давайте к сундуку. И что же мы здесь найдем? А найдем мы здесь вот видите зажигалку, да. Увидеть вы, конечно, не смогли, но зато вы смогли это прочитать. Что ж, теперь пришло время подойти к свинке. Ну что ж, послушайте ее рев. Ну что ж, это довольно прикольно. Также у нее стоит пустая броня. Ну что ж, давайте дальше посмотрим, что у нас будет дальше. А дальше у нас начнется обучение, за которым будет смотреть и приглядывать свинка. Вот это свинка и именно свинка. Ну что ж, продолжаем. Let's roll. Yeah, dude, roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts, each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally, he's awesome. It'd be amazing to meet him.
Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. We're going to win because... What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, my friends, we're going to start learning how to love winning. That didn't sound as good as it did in my head. No, I'm with that. All right. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay, then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than creepers. They both have their moments. Both pretty scary. Let's build a zombie. I guess that's kind of like a creeper. It's a monster. It's fine. We are so ready. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. A team on three. One, two, three. Team prepare. Что ж, наше обучение под присмотром этой свинки начинается. Что ж, во-первых, вы должны срубить дерево. Если вы это не успеваете сделать, то свинка нас заставляет отжиматься, делать пресс и все остальное, что вы увидите сейчас. И, как видите, он пытается следовать Габриэлю, этому самому воину. Так, все, мы сделали правильно. Теперь мы должны утихомирить этого спрута. Как видите, там... В воде так же летала свинка. Так, здесь она заставляет отжиматься на одной руке. Да, довольно забавно. В реальной жизни это довольно сложно. Что ж, давайте сломаем цветы. Я тебе говорю, ломай. Ломай, все, отлично. Теперь у нас идет, как я сказал, будет идти пресс. Давай. Давай, ты сможешь, я знаю. Как видите, он в бешеной скорости начинает копать. Какая бы скорость на Майнкрафте. Что ж, давайте быстрее нарубим дерево, быстрее. Быстрее, еще быстрее. Все отлично. Есть. We know what we're building, got all the stuff for it. We are so ready. This year it's going to be different. Наша игра продолжается. I'm ready to win. Nice pig, losers. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Что ж, как видите, мы подошли к тому состязанию, где они всегда проигрывали. Но сейчас мы должны выиграть. И сейчас нам предложат выбрать название нашей команды. And how do you do? No, your team name. Team name? We are not ready for this. Что ж, давайте начнем. И мы будем называться в честь этой свинки. Really? Is it meant to tie us to Reuben, or are you making fun of me? Okay, Order of the Pig. You guys are in booth 5. Ah!
Ведь нам опять приложили, так сказать, свободу действий. Ну что ж, на этом мы закончим. Вот. Давайте подойдем маленько сюда и вернемся обратно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.